Друзья, всем привет! С вами Светлана Енчева, это мой канал «Переехать в Болгарию». Сегодня я в роли эксперта по Болгарии, расскажу, как можно отдохнуть в этой замечательной, прекрасной морской стране. И для тех, кто досмотрит это видео до конца, будет ссылка на бронирование авиабилетов, бронирование отелей, по которой вы сможете, забронировав отель или авиабилет, вернуть себе часть денег обратно. Всем, кому такая идея нравится, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Итак, поехали. Отдых в Болгарии. Многие люди считают, что они, приехав в Болгарию, смогут спокойно забронировать для себя на месяц квартиру, и это им выйдет гораздо дешевле, чем бронь отеля. Друзья, в Болгарии существует такая форма, как депозит. Именно не так, как мы говорим, депозит, а депозит по-болгарски. Что это такое? При бронировании квартиры, апартаментов у частных лиц депозит с вас попросят обязательно. Это половина суммы месячной аренды за квартиру. То есть бронировать квартиру выгодно, когда вы отдыхаете не меньше, чем месяца три. Ну, 2-3 месяца, вот так вот. Если вы отдыхаете меньше, то сумма депозита будет равна сумме половины арендной платы за квартиру. Снять, конечно, можно, если вы, допустим, много лет уже ездите к одним и тем же людям, и вас уже хорошо знают, то, конечно, вам там будут всяческие поблажки. А если вы снимаете квартиру в первый раз, то это вряд ли. Вот, имейте в виду, что такая система существует. Значит, что дальше? Если вы хотите забронировать все-таки отель, апартаменты, да, нужно понимать район, где вы хотите жить. Значит, вот если сейчас камера передает, то прямо напротив меня через такую морскую бухточку находится район Сарафово. Для кого Сарафово — это хороший район? Для тех, кто ищет спокойный, тихий отдых. Городские автобусы, хороший пляж, это все будет только плюсом в вашем отдыхе. Для тех, кто хочет отдыхать в самом Бургасе, да, вот тут есть такой пляж с черным песком. Он пока еще не убран, потому что сейчас только 10 марта. Но когда его уберут, песочек будет достаточно чистый. Что это такое за черный песок? Черный песок является здесь лечебным. То есть, если вы приедете летом и сможете в него закопаться, принять теплые ванны с этим песком, да, то, скорее всего, у вас пройдут все суставные боли. И у кого суставы болят, то, скорее всего, они перестанут болеть. Также прекрасный чистый морской воздух здесь, в Бургасе, лечит все бронхолегочные заболевания. Есть даже у меня такие клиенты, которые вылечили здесь от астмы, проживая здесь 3 месяца. Вот, друзья, дальше, как я вам обещала, расскажу сейчас про систему возврата средств при бронировании отелей и авиабилетов. Внизу под видео я оставлю ссылку на такую систему, да, система кэшбэка. Когда вы через нее бронируете отель или бронируете авиабилет, то часть денег автоматически вам возвращается на ваш счет в этой системе. Когда денежки вернутся, вы их сможете вывести на свою карту или различные платежные системы. Если видео было полезным, информативным, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем пока!